Так. Матрём тыквочку. На крупную терку натер. На стол можешь положить. Выложи аккуратненько на стол. На этом? Да. Так. Вот такое вот у нас и получается. Тертая тыква. Для того, чтобы сделать чуду с тыквой. То есть та самая начинка для чуду. Берем дальше каждый кусочек тыквы. Итак, вот такая у нас масса получилась из тыквы, перетертая для последующего приготовления нашего чуду. Чуду с тыквой. Вот. И теперь на следующем этапе мы порезали вот такой лучок. Лук для того, чтобы его сейчас пожарить. А жарить мы будем его на сале. Некоторые жарят лук на курдюке или еще на чем-либо. Но так как у нас курдюка нет, мы сегодня воспользуемся просто салом. Поджарим его и с выжарками будем прижаривать этот лук. А потом этот лук, прожаренный уже, мы будем перемешивать вот с этой потертой тыквой. И сейчас я вам покажу, как все будет происходить на самом деле. Так, режем мелко сало. И у нас потом получаются выжирки. Бросаем это сало на сковородку и потихонечку его прожариваем.
слегка помешиваем. Чтобы это все дело у нас не пригорело. И получатся такие выжирки из сала. Можно жарить, конечно, и на подсолнечном масле, если под рукой таких нету ингредиентов. Так что здесь кому как удобно. Так, вот он наш лучок. И мы этот лучок сейчас отправим вот в эту сковородку. Все это перемешаем. Перемешаем хорошенько. Лук с выжирками сала. Можно и с выжирками бараньего курдюка, как я и говорил. А можно просто на подсолнечном масле. Так, вот значит наше с вами тесто уже готово. Тесто на чуду. Так оно будет у нас выглядеть. И мы сейчас его оставляем на некоторое время, чтобы оно немножко у нас постояло. Вот, так что у нас сейчас имеется тыква потертая и тесто. Тесто готовое. Тесто, состав теста у нас следующий. То есть мука, вода, кто-то делает кефир, добавляет, кто-то на воде делает, вот, кто-то немножко соды добавляет, а кто-то не добавляет вообще. В общем, здесь все должно быть на усмотрение каждого, кому как будет удобно. То есть можно добавить одно яичко, в принципе яичко добавляется обязательно в тесто. Тесто, вода, мука, соль, немножко соды можно. Вот все ингредиенты для приготовление этого теста для чуду. И вот таким образом оно у нас будет сейчас немножко стоять, подготавливаться для следующего приготовления чуду с тыквой. Сейчас у нас немножко лук обжарится, и мы будем размешивать его вот с этой тыквой потертой. То есть наш лук уже начинает приходить в готовность. Скоро мы будем его перекладывать в потертую тыкву. Так, в процессе приготовления добавим немножко специй в нашу начинку для чуду. И сейчас что-нибудь нам надо выбрать из этой корзины. То есть это у нас кавказские травы. Добавим немножко трав.
перцев. Смесь перцев, приправа. Добавляем. Все это придаст нам вкус для начинки, которая будет у нас в чуду. Добавляем соли. И процесс добавки самого лука. Добавляем лук, потертое чуду. То есть потертую начинку для чуду, тыкву. И все перемешиваем. Так, идет процесс раскатки теста на будущее чуду с тыквой. И скоро у нас уже будут готовы первые чуду с тыквой. Ложим начинку теста. Вот эту самую начинку. И все аккуратненько скрепляем. Вот такие будущие чуду с тыквой получится для последующей жарки вот на этой сковороде. А теперь мы выложили наше чуду с тыквой на сковородку. То есть саму сковородку мы ничем не мажем. Она абсолютно у нас без ничего. Сухая сковородка, нагретая на огне. Горячая сковородка. Мы выкладываем сюда чуду. Вот таким вот образом. И все это должно прожариваться. На таком вот среднем огне мы все это и жарим. Вот наше следующее чуду, которые готовы и которые скоро отправятся также на сковородку. Начиненные тыквой. То есть начинка из тыквы.
Очень вкусное чудо. Предвкушение попробовать их побыстрее. Такая румяная корочка образуется. Скоро они будут готовы. Так, ложим начинку. И все это заворачиваем. Чтобы они получились вот такими. Да-да, вот такие чуду из тыквы и получаются. Самый что ни на есть смак. Так, вот пожарился наше первое чудо с тыквой. Корочка подрумянилась. И сейчас мы будем вытаскивать. Да, горячий. Смазываем сверху маслом, слегка, чтобы они не были сухими. И все. И у нас на подходе теперь еще две чуду с тыквой. Скоро они отправятся на этот поднос. Так, с одной стороны они у нас поджарились, мы их перевернули. И теперь ждем, пока месть поджарится со второй стороны. Эти самые чуду с тыквой. Которые мы потом будем кушать. Также все мажем маслом. Все сразу стало так пахнуть. Аппетитно. Аппетитно пахнет и аппетитно выглядит.
процесс приготовления чуду с тыквой. Друзья, если вы хотите узнать, как пожарить чуду с тыквой, или как приготовить чуду с тыквой, то можете просто открыть это видео и посмотреть его. Все очень просто. Делается начинка из тыквы. Делается тесто для чуду. И если нужно узнать, как приготовить чуду из тыквы, то просто мы смотрим. Смотрим на сам процесс приготовления чуду из тыквы. Посмотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть готовые чуду с тыквой. Закроем крышечку обратно. Пускай они стоят. Пока готовятся другие чуду. И пока делаются другие чуду. Итак, вот что у нас получилось. Наш с вами чуду с тыквой. И теперь ждем заключительный этап жарки последних чуду. Итак, мой обед готов. Сейчас я буду кушать зеленый борщ. Вот с этими чуду. Чуду с тыквой. Они уже готовы, и сейчас я буду их пробовать. Так, вот я беру вот этот кусочек, она горячая, и буду ее пробовать. Вот такая вот в разрезе она у нас получилась. Вот. То есть, сейчас я хочу ее попробовать. Вот это да. Чуду с тыквой. Очень вкусно. Очень вкусно и полезно, друзья. Кушайте чуду с тыквой. И будьте здоровыми. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.